Друзья, всем привет! Вырвался сегодня на рыбалку. Открыть сезон зубря. Чудесное сегодня утро, морозное. Погода шикарная. Ну, только морозец поддавливает. Ветра нет. Недавно рассвет был. Солнышко уже встало. Ледовая обстановка. Ну, все видно. Лед весь переломанный, ломанный. Сейчас покажу, что поймал. Вот мой улов уже. Шикарных 8 зубариков. Ой, какой толстенький. Вот такой. Шикарный, клыкастый. Пахнет огурцами, вообще обалдеть. Ну, пока что только так. Вот он. Еще шевелится. Сейчас пока притих чуть-чуть у меня. Денис тащит что-то. Опа, 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 опа. И у меня только засмотрелся. Хорошенький вроде идет. Хороший удар был в руку. Удочку вверх подкинула. Ну, где ты? Вы... Ох ты ж, вот это зверюга. Шикарная рыбка. Отличнейшая. Но мне больше нравится вот такой размер. Вот такой, такой. Денис, что там тащит? У Дениса навага поклевывает еще. А я всего одну поймал. Давай, чтобы не ходить. Так. Я думаю, вот здесь, наверное. Так, вроде попал. У меня льдина вот здесь. Льдина, там льдина, и здесь льдина. Вот так на пол лунки. Так, ну удочку я буду вот такую. Одна будет с катушкой, одна будет без катушки. И сейчас я подберу какую-нибудь гирляндочку себе. Я тут их прошлогодний, в этом году еще ни одной не связал. Барракуду поставлю зеленую прошлогоднюю. Вчера времени не было связать хорошую гирлянду. Поэтому сегодня я работаю прошлогодними, теми, что остались. Вот она есть. Удар был хороший. Но рыба не крупная. Хотя нет, хорошенький. Отличный зубарик. 23-24. 25 метров до гирлянды. Присядем. Еще один. Есть. Ну, даже вот так вот получается. Так. Ага, слетел. И наважено. Вот я уже накидал тут вот такое количество. Рыба продолжает клевать по тихой.
Так, на вашку в сторонку. Зубарика. О, экземпляры. Шикарные. Что-то клюнуло. Навага вниз давит. И поклевка была не очень такая активная. Я же говорю, маленькая навашка. Иди. Блюх. Но она уже не уйдет. У нее бара травма или как это называется. А нет, ушла. Ну, время 4 часа. Собираемся потихонечку. Сейчас еще чуть-чуть постоим. Рыба поклевала, порадовала сегодня. Нормально. Я доволен рыбалкой. Оттащить ее еще. Вот до туда. 4 километра где-то. По вот такому льду. Это еще нужно тропинку найти, по которой мы сюда шли. Ну, вот на этом месте поймал вот столько. Все, рыбалку закончили, идем в сторону дома. Вот такой лед. Одни сплошные торосы. Идти нам около 4 километров. Тяжко, тяжко, капец.
Ну все, друзья, дополз с горем пополам до машины. Туда мы шли, получается, около часа. Вот. А обратно получилось у меня 1:10. Чем ближе к берегу было, тем такое ощущение, что рюкзак все тяжелее и тяжелее. Дорога очень такая тяжелая. Фух, весь выдохся уже. Ну, рыбу поймал. Рыба хорошая, крупная. Завтра я точно не поеду. Будем восстанавливать силы. Ну, а там уже на следующей неделе подвяжем гирляндочек, которые будут работать. Вот. Ну и скоро поедем опять. Ну все, кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!